Ну, давайте попробуем, друзья. Левый боковой удар на скачке. Так называемом скачке. То есть из боевой стойки вес тела на передней ноге находится. Надо толкнуться передней ногой, толкнуться вперед, а приземлиться на правую ногу. То есть чтобы потом дальнейшее было загружение. То есть такое движение. И в этот момент скачка бьется удар. Любой удар. Да, то есть там прямой удар бьется, боковой удар бьется. Или снизу удар бьется. Ну, это такая она более, как бы, она боксерская комбинация, но она больше там подходит, так скажем, для других целей, да, то есть такой, он длинный удар, длинный, дальний, то есть противник на дальний, сверхдальний дистанции, надо его к нему подпрыгнуть, то есть ты загружаешь с передней ноги, делаешь движение такое, то есть, да, дальнее движение, бросок, без замаха, чтобы потом можно было добавить, вот первый удар на скачке идет, да, все, загрузил. Здесь правая нога. С правой ноги идет справа удар основной, да, то есть удар также прямой, снизу, боковой. То есть первое движение на скачке идет, второй удар идет за счет переноса веса тела в стойку. Еще раз. Первое движение с левой ноги, надо толкнуться вперед, а приземлиться на заднюю, на правую ногу. В момент удара на правой ноге. Второй удар. Переносим вес тела. Это побыстрее можно сделать. Да, да. Такое движение. Или там снизу, сбоку. Еще третий удар можно добавить наоборот на заднюю ногу, на правую опять. Такая комбинация получается. Первый удар длинный на скачке, второй удар, третий чуть назад. Вес тела переносит на заднюю ногу. Еще раз. Первый на скачке боковой, второй, третий чуть назад на себя. Она более такая комбинация, она пускай немножко размашистая, но она за счет мощная. То есть если разноуровневые боксеры, запросто может пройти. Первое движение на скачке, второй перенос вес тела, третий удар, перенос вес тела, бьем. Еще раз, медленно показываю. Раз, с левой ноги толкаемся, приземляемся направо. Раз, два, три сюда. Ну, вот примерно вот таким образом. Небольшой такой, маленький такой эпизод раунда. Даже не раунда, а микро-эпизод. Все, спасибо.